На Таймыре начнут добывать уголь, и наше арктическое топливо сможет потеснить крупнейшего в мире поставщика из Австралии. Это станет возможно благодаря строительству западно-таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов на севере края. Его построят на базе сыродосайского месторождения. Производственные площадки не навредят окружающей среде. Уже получена экологическая экспертиза. Разрез начнет работать в следующем году, а в 2026-м месторождение выйдет на промышленные объемы добычи в 10 миллионов тонн угля в год. Отмечу, что для работ построят жилой городок, а также всю необходимую транспортную инфраструктуру. Арктический уголь будут экспортировать в Индию, Китай и Вьетнам. Это принесет в край и муниципальный бюджет больше 6 миллиардов рублей. Это серьезное налоговое поступление, но и, кроме всего прочего, развитие кооперационных связей, сотрудничество с нашими научными учреждениями. И, кроме всего прочего, это, конечно, серьезные прорывы в технологических решениях, которые требуются на севере. Реализация этого проекта потребует и новых подходов к обеспечению доставки угля, и новых технических решений по созданию на севере конвейеров, портов и многого другого. Это уникальный проект. Никто еще не решал задачу производить уголь в таких климатических условиях. Каждая единица оборудования должна иметь арктическое исполнение и иметь возможность работать в экстремальных условиях. И любые процессы должны быть организованы таким образом, чтобы не оказывать негативное влияние на окружающую среду.